Чё, пацаны, сейчас бы на сликах зимой кататься на драговых. Всем привет, с вами Булкин, добро пожаловать на Колесо Фортуны. И со мной сегодня Фрэш. Когда ты сказал, что я хочу необычно начать, это вот это про слики ты хотел сказать? Да, да, я просто Максу говорю, ты сейчас стой на месте, я хочу необычно начать серию. Чё, кого, бро, сейчас бы необычно начал. Ну чё, ты понимаешь, да, что у нас сейчас 3-1 как бы, и как бы сейчас всё будет. Да, я лидирую. Если ты сегодня выиграешь... Я сейчас застряну. Да, ты как не застреваешь вообще? Можно вопрос? А как я сквозь тебя проезжаю? Ну, я прозрачный. О, давай супер превью сделаю, смотри. Давай, типа скрещивание машин. Ебать, вот это жестко, блядь. Стой. Скрестили две машины, шок. Интрига до последнего. Бля, такое нахуй. Короче, ребят, начинаем. У нас сегодня толкучка, дрифт. Ой, фу, блядь. Толкучка, драк и гонка. Поехали крутить. Толкучка. Значит, если я сегодня не выигрываю, в принципе, значит, что я въебал эту неделю. Можно мне супер велспин один раз крутить? У меня просто мало этих. Пожалуйста. Ну ладно, спасибо, ладно. Брат, спасибо. На суперлоспинах лучшие тачки продают. Да не пизди. Я тебе реально говорю. А ты забыл, у меня Витадор выпал, алё. Ага, хуй. И RS6. Так. Ну я понял, все, спасибо, до свидания. Одна машина есть. Да в смысле, я ничего, я никто. Ну в смысле, я этот. Это да. Это не, это, ну ты по-братски, знаешь, мог бы. Вот 3-1, как бы, твой братишка проигрывает. Поэтому можно, как бы, ну, все-таки у нас твои братские отношения. Или какие, блядь, я не понимаю. Брат, ты мне Иуда. Ебать! Да, вот такая вот новость. Две тачки у меня уже есть, пацаны. Кто сегодня победит? Кто сегодня победит? Не, ну, я задолбался. У меня уже 60 лямов с этими бабками. Сапится, капец. У меня 40 вилспинов осталось. 3-2 счет, если что, уже. 250к выпало. О, ну ладно. Это будет... Все решено. У меня 3 машины есть. А у тебя? А у нас сегодня что будет? Толкучка, драк и гонка. Я пока пошел смотреть, что у меня. У тебя ты сколько машин выбил? 0. Зато у меня 60 лямов. Вы заметили, что мне в тачки выпадают, пацаны? Ух, сейчас лайкусиком вы меня поддержите. Чё, жрать меня будешь? А? Чё, жрать тебя будут? Ждать меня будешь. Да, ждать будешь. Короче, ребят, смотрите. Я так думаю, что... ну, как бы, толкучку я тебе солью. Наверное. Это будет драк. Я думаю, там можно что-то будет найти нормальное. Это будет гонка. Ой, какая она прекрасная. Ой, какая она хорошая. Сука, ламба, что ли, кому-нибудь выпала, алё? И у нас еще будет... Так, подожди. Где моя третья машина-то? Какая хорошая тачка мне выпала. Так, мне выпала машина. Ты бы знал, ты бы знал. Это вот это, да? Блять. Ну, короче, давай начнем с толкучки. Я тебе сразу солью, чтобы ты порадовался как бы немножко. Тебе сколько выпало? Одна. Никакая, ты ее для чего уже предраспределяешь? Ну, она для драга. Для драга, значит, маслкар какой-то, да? Да, друзья, мы сегодня, кстати, мы учли ваши комментарии. Извиняюсь, что немножко с задержкой, потому что мы иногда серии наперед записываем, все дела. Не успеваю там смотреть ваши комментарии. Ну, типа, не успеваю читать просто физически, потому что мы, допустим, я выкладываю серию, в этот момент мы уже записываем след. Ну, короче, это такой рабочий момент. И вы написали, что действительно очень скучно смотреть, как мы гадаем по 3 часа, поэтому мы сегодня будем быстро. Мы все-таки балл называется за интуицию, блять, а не за расчехли своего друга. Поэтому. Все, называем и сразу, блядь, что ты вот думаешь, что это, как раньше, короче. Так, все, я для толкучки-то тачку выбираю пока что. Ну ты этот, самое, что у тебя, одна машина пока что? Угу. Блядь, 40 велспинов, что, пацаны, реально Голиаф 50 кругов мне ждет, что ли, я не понимаю. 257. Кругов? Велспинов. А, у меня 40. Ну это как бы такое себе. Так, ладно, толкучка это, ну я тебя въебу, наверное. Я сейчас читерски поступлю, все. Ты не догадаешься, но это правило мне не запрещено. Сейчас, подождите, ребят, смотрите. Че я творю вообще? Ой, блядь. Прикиньте. Че? Этот. Ну, короче, этот. Говорит, Максон, поехали шавуху вкусную получим. С картошечкой. Да. В итоге без картошечки сделали. Пиздец, а ты помнишь, что я хотел, блядь, ну, как бы устроить уже мордобой, но ты сказал остановись. Какой мордобой, ты себя видел-то? Видел. Короче, ребят, я думаю, что вот до этого Максон не догадается, но это правилами не запрещено, поэтому все. Че ты там сделал? Ничего. У меня 2 машины. Две машины? У тебя же было уже 2 машины, нет? У меня 1 была. Да? Бля, че бабки трачу на этот тюнинг, пиздец! Но у меня зато уже 62 миллиона. Ну, жалко, что до сих пор донат не ввели, ну ладно. Не, кстати, его не ведут. Ну, уверен? Думаешь, что все? Жаль. Ну, ебать, у меня дисочки пацанские. Не, ну тебе пиздец, все. Точнее, я введу донат. Ты ведешь донат? Да? О, ебать раскраска, у меня будет тачка под Мальборо. Помнишь, ты же в жизни... Подожди, ты куришь как раз Мальборо, по-моему, да?
Я не курю. Не ага. курил ни разу. Да, в жизни. Да. Вчера особенно после шавухи. Ой, что-то закурить охота. Мальборо красный достает. Че? Из штанов своих. Да ничего. Отвечаешь за базар? Ты прям в трусы их складываешь сигареты. За свой гнилый базар отвечаешь. У тебя три машины выпало, нет? Нет! Почему так долго-то? Я не знаю. Я выехал. Ты... 63 миллиона. Спасибо. Бля, что, выпало? Нет, у меня 63 миллиона. Ебать, а коллекционер. О, велосипедчик добавили, нет? Блин, слушайте, ребят, на самом деле я не знаю, но я надеюсь, что я выиграю. Мне картинг выпал. Ну, это не считается то самое. Что, Бакмона или какой? Ага, да. Или Донг Хант? Нет, это Мона. Мона? Да. Тебе уже второй раз он падает. Вчера тоже падал. Да. Ребята, опять мой любимый заезд, да? Тест тачки на... что за хуйня? Тачка в придачку. Тачка в придачку, колесо фортуны. Ну что ты там, блядь, ну выбить. Все выпало. Выпало? Да. Что у тебя для толкучки, нормальная тачка, скажи? Не знаю. У меня просто дерьмо, я тебя солью. Единственное то, что я читер немножко. Нет, не факт. Я реально просек, пацаны, фишку опрешу, надо не поймет же этого. Ебать, я гений. Не, в натуре, реально. В натуре. Вообще, ты вряд ли поймешь, что я сделал. Просто, блядь. Да я знаю, что там сделал. Машину чё? Поднял. У тебя какой-то джип выпал. Угу. Там же можно тюнинг сделать. А-а-а. Машину поднятой сделать. Да-да, ну пусть будет так. Ты бы знал, что у меня за машина. Можно я пока, да, назову про свою немножко? Ну, давай. Значит, смотри, моя машина... Ну, опять же, помнишь, да, быстренько сразу там. Моя машина имеет я несколько... Я сначала свою найду. Так, называтели ты не слушаешь? Я свою пока еще. Так. Фото альбом. Дрифт задним ходом. Уэм, блять, нахуй, уебать, развернулся, блять. Называть нет? Давай. Имеет несколько поколений. А, салоны есть. Машины этой марки ездят часто по улицам. Конкретно эту машину ты мог встретить. Ну, конкретно это поколение вряд ли уже время, так скажем. Это одно из первых поколений этой тачки. Нынешнее поколение продается в салоне. Салоны есть. Тачка популярная, можно сказать, даже народная. Есть буква N. Ну, пускай будет, ну, не знаю, Nissan. Окей. Ну-ка. Вот это я понял. Вот это уже интуиция, чувствуете, да? Просто принюхиваешься не, так. Не дают, потому что подумать, лол. Ну, в смысле? Я тебе не... Я тебе дал подумать. Я тебе дал подумать. Ну чё, а ты скажи чё. Ну чё, а ты скажи. Бля, ты так же в жизни разговариваешь. Всё, я тебя выебу сегодня. У меня пиздец вообще. Нет, ну я не знаю. Короче, смотри. Смотрю. У меня машина салонов... Так, сейчас. Нету, не было. Бушную можно купить. Нет, может быть и были салоны, точно я не буду говорить. Угу. Но машину ты можно встретить, но именно не эту, а именно саму модель, угу. Вот эту, угу. Ну, марку, точнее. Угу. А, угу. Блин, есть одна подсказка, но я тебе не буду ее говорить, потому что сразу догадаешься. Поэтому есть буква Р. Р, блядь. Буква Р, блядь, ну. А что? Не, ничего, ну. А что, ты смешно сказал? Да. Так ты скажи всем, все посмеемся, давай. Че, блядь, первый класс тяжелое детство, блядь? Давай, ну, смешно буква Р. Смешно сказал, алло. Буква Р, ну. Все. В смысле все? Не заслуживаю. Есть больше. Салоны, не знаешь? Нет, я тебе сказал. Нету? Да. Блядь, Рено не подходит, Порш не подходит, Мерседес не подходит, Астон Мартин. В России вообще нет, да? Ну, машину можно купить на бушке, их не очень много у нас по Питеру катают. Давай вообще по России. Сейчас, подожди. Я просто не могу реально вспомнить. Не то, что тут как бы ты-то, я тебе сказал народную, сейчас, подожди. Не, я тебе просто если дам подсказку одну, но ты сразу скажешь. Нет, сейчас, блять, что там еще есть-то, ебаный в рот? Lexus, Toyota, Mitsubishi, Honda, Subaru есть у нас, блять, Volkswagen не подходит, Suzuki, Kia, блять, Aston Martin, Acura, Acura, во. Мы едем на Suzuki. Да. Так что, какой ответ? Макс посередине дороги. Какой ответ? Где твои руки, где твои... Какой ответ? Акура, ёпта. Окей. Так, Акура и Ниссан, ты готов встретиться? Где? Найди ровную площадку, ну. На Драге. На Драге, уже там, я вижу. У меня радары открылись новые, между прочим. Да, я рад за тебя. Я игру прошел, спасибо. Так, я уже телепортируюсь прямо на полосу. Значит, Ниссан и Акура. Ну, кстати, у тебя, если Акура, то, бля, я тебя нахуй сейчас, бля. Ах, бля, прикинь, угадал. Я просто единственное, что... Я не успел посмотреть, подожди. Это что, Акура, подожди, RSX? Нет. Бля, остановись нахуй, заебал. А ты увидел, что у меня? Да. Че?
Nissan. Ну где ты? Да ты заебал, блядь, стой на месте. Так а что ты сделал-то, я понять не могу. Подождите, ребят. Я угадал акру, блядь. Вы прикиньте, ёбаный в рот. Это лайк, просто за мои познания, как бы интуиция. А, так чувствую. А что ты сделал-то? Нюхач, нюхач. Чё? Я поставил, ввёл в настройках Snow. И чё? Ну, типа, не знаю, может, резина какая-то тут ещё. Ой, блядь, дурак. Ладно, чё, твой окурёнок твой. Бля, вон, ты грамоте первым имбовая тачка, кстати. Ты, а, ты, то есть, типа, блядь, такой, что я даже не разворачиваю. Ладно, блядь, я тебя понял. Ты понял, да, что на тачке ты у меня вообще? Понял, что это? Ford Fiesta нет вообще-то, ну ладно. Наебал. Туту, сзади туту едет. Туту едет? Так, ну чё, давай ты первый, считай. Смотри, летит, летит. Вау, пингует. Да, да, что-то он какой-то, блядь, такой себе. Ну чё, считай, ты первый. Два, две попытки. Надо подъехать. Давай нормально. Нет. Блядь, ну ёбаный. Тихо. Да, блядь, давай кто-то один. Все, тихо. Да стой, поехали. Давай я сам подъеду. Давай. Во, понял. Считай. Давай. Раз, два, три. Ну вот, пока. Ты, по-моему, у меня, да? Да, да. Ну, давай еще раз на всякий случай. Ну, у меня, я тебе говорил, я толкую. Да стой ты, блядь, ебаный насос, а. Куда уделал, ёпта. 1-1, что ли? Ой, ебать. Бля, ебать, чисто на интуиции пацан вывозит, а? Угу. Так, готов? Ты раз. Стал, ну, ладно, давай. Че? Давай. Раз, два, три. Бля, ну да, у тебя вес побольше. Ну, хули тут делать. 1-1. Ай, блядь. Так, пацаны. Значит, следующее, что, давай. Не, мы драком что-то заканчивали много раз. Давай драк. Сейчас? Да. Базару ноль. Базару ноль. Хорошо, я базаришь. Рассказываю с твоего позволения. Давай ты, расскажи ты про свою машину. Что ты скажешь? Короче, машина подходит относительно для драга. Угу. Блин, салоны есть этой модели. Ну, модели вообще. Модели тут ты можешь встретить. Только другие уже более новые, потому что у меня вроде бы, как я понимаю, одна из первых, может быть, да даже не из первых вариаций. Салоны есть, их немало, они есть в каждом городе там нашей необъятной страны, так, мира. Так, что бы тебе еще сказать-то? Салоны есть прям, да? Да-да-да-да-да-да. Буква какая? Ну, N. А встретить можно тачки? Ну да, 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 только новые там, может быть старые. А поколений несколько машин? Да, 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 да. Volkswagen. Окей. Так, у меня салона в Питере нет, в Москве есть. А тачка начала нулевых, в принципе, подходит просто по кайфу прокатиться, можно на треке погонять. Ну, дрифтить такое себе, блядь, в драге не подходит, как я считаю, совершенно. Ну... Блин, я как-то очень давно хотел бы себе такую, ну, типа, тачка уже весьма старая, и хрен знает, типа, я бы не взял, наверное. Есть буква Е. Сука, подъеды хера подходят, ты задолбал, а салоны? Я говорю, в Москве только есть. А. Бля, что-то она нихуя не имбовая. Ну, это какой-нибудь Lamborghini, потом Lamborghini. Блять, что по настройкам? Феррари. А Феррари есть салон в Москве? Блин. Ну, по-моему, Макларен. Да. В Москве, да-да-да, на Барвичи. Ну, Феррари пускай будет. Феррари. Потому что в Ламборгини нету я. Окей. Так, Феррари и... Феррари, ла Феррари. Какая у тебя выпала какая-нибудь. Сука, где моя машина, найти не могу. Блять, у меня проблема. Че, неужели вот это все, что я имею, блять? Это, кстати... Ну, пиздец, блять. У меня нихуя не было эта тачка. Все, что есть у меня. Та-та-та-та. Все. Радость каждого дня. Все. Что я дарю своим. Да, забыли слова. Связано. Связано только с тобой. Бля, помню, как быстро нажрались и пиздец. Ну, о, все, я нашел. Ладно, я, короче, у меня проблема, ребят. У нас сейчас драк, боюсь, да? Что, да, я боюсь, что вот это все-таки будет лучше, чем та. Надеюсь, это на это. Блять, у меня проблема, реально. То есть ты можешь выиграть меня, на самом деле. Значит, ты сказал, что, Феррари? Да. А я сказал Volkswagen. Коплю на Феррари. Оу, е. 114 тысяч стоит тюнинг. Бля, ну я въебал тебе, походу, реально. Бля, даже красить ее неохота. Реально. Драк. Чип. Ну, ты так не можешь.
Нет, тоже. Мне хочется на тебя посмотреть, когда ты это делаешь, блядь. Ну-ка еще раз. Не, ну все-таки вот по классике, вот такой вот, ну какой цвет, какой, а, смотрите. Не, я. Я не могу просто, ну как бы. Ай, блядь, они висит, конечно. Смех и грех, блядь. Ну ладно. Так, Феррари и Фольксваген. Нормальный набор, кстати. Че, у тебя жук, что ли, выпал, блядь? Ага, конечно, много их. У тебя гольф по-любому тоже выпал. Я выезжаю. Алло. Сейчас, погоди, я ищу. Создавать? Я чип ищу. Сейчас бы чип искать, когда эту настройку полностью нашли. Ай, блядь. Ебать она на самом деле. Бля, нормально у меня Феррари такая, слушай. Вообще ничтяк. У тебя Феррари? Ну, конечно. Я угадал? Да. Не, серьезно. Да, да. Серьезно. Ты красавчик, ты угадал. Я понял. Я серьезно тебе говорю, ты угадал. Ебать ты мастер, а как ты сделал? Объясни, подскажи. Не, подскажи, как это делать. Подожди, чисто ты Феррари назвал, да? У меня Феррари. Ебать, а как ты это сделал? Не, объясни, мы все сейчас посмотрим, расскажешь нам, ну. Бля, я заебался по одной и той же дороге кататься, честно. Все, похуй. Сейчас тестирую свой Феррари по-жесткому. Бля, ты вообще, ну ты ништяк на самом деле. Как ты угадал? Ну, скажи. Секрет свой. А у тебя Volkswagen, да? Нет. Ты заметил, что вот мы, когда произносим Volkswagen, мы говорим Volkswagen. Или Volks. Volkswagen вообще-то. Volks! Ну, а мы как? А мы Volks говорим. Почему мы говорим Volks? А надо как? Volks! А мы как? КС, блядь, а не С! Ёбаный в рот! Давай, где ты там С-то увидел? Где ты С-то увидел? Volkswagen! Си, это С! А там нет С, там КС, ёбаный! На КС, ну да, это стоит, да. КС гоу, ёпта. Ну чё, я создаю, ты мне похуй. Давай. Все, я готов, ребят. Смотрите, моя колонна. Поиски заезды. Моя колонна. Drag strip, letter. Ну все. Я думаю, ты меня выиграешь сейчас. Я думаю, что нет. Потому что я ожидал лучшего от своего автомобиля. Слушайте, вы смотрите, какой болид просто, блядь, Формулы 3, нахуй. Ой, пиздец тебе, надо камбэчить. Так, пока 1-1, что ли, счёт, да? Толкучки-то там, да? Стык. Стык пройден успешно. Ну чё? Жаль, думал, вылетит. Чтоб серия похерилась, и ты выиграл потом, да, в итоге проиграл? Да. Блин, слушай, ну это еще не факт. Если даже 3-2 будет, это еще не значит, что я выиграл. Ну, пока вроде 1-1, да? Да, пока. Ебать. Ну чё там, Volkswagen? Если я угадал, это будет смешно два раза подряд. Чё у тебя там, блядь? Я не знаю, что у тебя еще может быть. У меня Volkswagen Golf. Хорош, что у тебя? Бля, тебе не кажется это странным, то что когда мы даем подсказки такие вот на полшишки, они срабатывают. Ребят, пока что, если 3 из 3 угадаю, такого еще не было. 3 из 3, блядь. Ну ты выиграл мне. Подожди. Ну не факт. Это тот самый, что ли? Нет. Ну в смысле, который у меня сейчас был? Да. Блядь! Давай! Ферыч! Ну не тарань, ты заебал, слышишь? А, ее тянет просто. Ебать! Вот это было хорошо! Вот это, ребят, лайк, просто... Мне нравится эта серия, вот это надо было хорошо. Надо было на максималку настраивать. Пацаны, такого, кстати, ты заметил, что у нас не было, что кто-то вырывался, а потом кто-то да, обгонял? Да. Нет, было у меня вообще-то, Аля. Не было. А, да, было. Ну, все равно похуй. Так, это получается 2-2 за то, что мы угадали, и 3-2 в мою пользу за то, что я выиграл еще драк. Правильно я понимаю? Да. Гонка решит все. Ну давай, малыш, тебе нужно угадать марку. Блядь. Изи. 2 из 2, понимаете, ребят, пока что. Подсказку. Просто еду. Нюхач. Не, акуру, конечно, я вытянул просто заебись. Просто вынюхал, блядь. А, чувствуете? Блин, надо демку в дискорде вырубить. Да, вырубай, конечно, блядь. Демку, блядь. Если что, у меня демка включена. Хуемка. Пиздёж, блядь. Ага. Ну чё, готов? Тебя скажи сразу, есть в гонке шансы? В гонке, да. А если бы ты, кстати, взял гольф для толкучки тоже, это было смешно, согласись. Ну да, все. Так, есть шансы, сука, меня загрузка бесит, это долгая. Которая, ты думаешь постоянно, что ты вылетаешь, но на самом деле ты не вылетаешь. Все, короче, меня заебало на фестивале, я отправляюсь, знаешь, какой дом? Не трогай мой дом, я отправляюсь в дом, который называется Около Дрифта. Вот туда не ходи. Понял? Так я там уже сейчас. Около Дрифта? Да. Не пизди, все, я туда. Просто меня реально задолбало, что я выезжаю. Ну что, ты этот, рассказывать тебе про мою машину? Я в поместье, да, он. В каком поместье, ебаный? Ну там недалеко. Я в подсолнухе. Ага. Подсолнечное масло. Ну чё, рассказывай. Блин, про где моя хата, алё? Моя хата? Моя хата, не знаю, где твоя хата. Так, гараж. Открываю свой гараж, достаю
свою спортивный автомобиль. Где он тут, блядь? Поместье Деруэн. Бля. Бля. Слушай, знаешь, что я вспомнил? А у нас еще был Horizon 4 Countach когда-нибудь? Или у нас только в Horizon 3 было Countach? А? Чё? Countach. Ты забыл, что ли, самую имбовую тачку Dead Dragon? Countach. Lamborghini Countach. Чего я забыл? Countach. А? Сраку Паша. Опять он мой рот, ребят. Чё он привязался к моему рту, я не понимаю. Я твой рот. Вот тут реально одно и то же. Он мне постоянно рот мой топчет. Чё он топчет его, я не понимаю. Короче, ладно, тебе пизда. Значит, рассказывать, нет? Давай, базарь. Короче, тачка охуенная. Я бы хотел себе такую. Хотел. Именно эту вот прям вот реально, блять, вот, ну, были бы лишние бабки, вполне себе. Тачка реально легенда. Ну, прям, ну, как бы, ну, понятно, что прям так не легенда, но, блять, для меня легенда и для многих, я думаю, тоже. А, на данный момент эта тачка не выпускается. Когда она выпускалась, ее можно было купить в России. А, салонов, блять, есть и в Питере, и в Москве, но, типа, в других, кстати, не знаю, городах есть ли или нет. А, ну, типа, пиздатая тачка, реально крутая, и, в принципе, блять, вот, злая хуйня, злая хуйня. Есть буква, фух, но пусть будет буква... Чё-то бабку-то врубила. Н! Сука, я подсказки прослужил. Ну, это не мои траблы. Не, ну, пожалуйста, дай посмотри. Бля, заебал, нахуй. Ну, повтори, пожалуйста. Подожди, сейчас я настройку хотя бы. Да я уже настроил свою тачку. Я думаю, что, ребят, вот это нормально. А, я уже просто настроил. Трек, сетап. О, это нормально. Для гонки. Короче, салоны есть в Москве, в Питере. Тачка пиздатая продавалась когда-то. Ну, она ей уже, короче, плюс-минус 10 лет, этой машине. Она продавалась, когда, собственно, в России. Ее можно было купить. Тачка весьма легендарна, по крайней мере, для меня. В истории марки точно. Поколение имеет одно. Сейчас не выпускается. Тачка подходит для того, чтобы ебашить, ездить, просто, блядь, кайфовать. Вот, на данный момент можно найти на бэушке, в принципе, но весьма редко. В городе, я думаю, что ты, может быть, когда-нибудь видел, mm-hmm. ну, типа, ну, возможно, видел. Я видел. Буква Н. Сука. А тебе нужен бал. Тебе нужен бал. У меня даже ничего в голову-то и не приходит. Ну, и ну типа Nissan, ну это, блин, Volkswagen, Acura не подходит. Ай, блин. А тебя, кстати, не смутило, да, что я как бы в толкучке и в драге был Marlboro? И чё? Ну просто. Я не видел. Я не знаю, пускай будет, ну типа Volkswagen, ладно. Уверен? Нет. Я тебе сказал, салоны в Питере, в Москве, их только вот, насколько я знаю, в России. А, только Питер-Москва? Да, да, да. А, нихера себе. Поэтому пускай будет просто... Бентли. Окей. За ответ принят. Дальше. Mm. У меня машина прикольная. Я бы хотел эту тачку. Ну, она мне нравится, прикольная. А, салоны есть, там, Питер, Москва. Да вообще по всей России. А, машину можно встретить только такую простую... Блин, что тебе еще сказать? Есть буква R. Блин, салоны есть. Я думаю, ты бы хотел на ней, но она тебе интересна. Она, ну прям типа в каждом городе России, скорее всего, есть? Или прям так, ну, более-менее крупных только? Ну, не знаю, но салон не то, чтобы типа... Ну, много салонов, короче. А в Питере у нас много? Ну, в Питере? Несколько. Ну, да, есть. Так, буква R. А тачка старая? А, у меня нет. А по городу они ездят? Или типа да. Вот такой версии именно? Моей нет. Им... Вообще не ездят или редко ездят? Очень редко. Пусть будет Porsche. Окей. Бля, надеюсь, 3 из 3, блядь, хотя вряд ли. Так, гонку выбирай ты сегодня. А я? Да блин, да вы выбери ты, мне без разницы. Вы выбери ты. Он ко мне на опять выберет под свою тачку ему. Да и вот именно, чтобы ты потом не ныл, ёпта. Да так оно и будет. Я уже соскучился по спринту Deorent Water, блядь. Deorent. Ну говори сам, я мне помню. Блин, давай, называй ты и создавай. Не знаю, вот спринт в холмах ранах. Поехали, мне-то без разницы. Ну там есть и прямые, и непрямые. Согласен? Mm-hmm. Мне ну, просто без я честно выбираю, ребят, вы видите, я там, мне, блядь, не ищу ни прямые, никакие, и повороты, и все. Мы, я так не помню, мы ее отгоняли или ты отказался? Я помню, что хотел ее. Так.
Моя колонна. Моя колонна, моя колонна. Мы её гоняли. Похуй, мы её гоняли. Сдавай уже. Окей, окей. Так, значит, я сказал Porsche. Ты сказал что? Bentley. Ну, неплохой выбор, кстати, весьма. И ты, может быть, даже и близок. Так, у меня 2 из 2, пацаны, блядь. Ну, пожалуйста. Если это какой-нибудь Мерс заряженный, я тебя просто трахну. Какой это может быть Porsche? Кайман, типа, вот это вот из дополнения. Да, Porsche, ага. Че? Угу. Ну, Porsche есть, типа, по России. Мне Porsche в основном не интересен. Типа, а ты сказал, что интересен тебе, типа? Ну, я сказал, я бы хотел эту машину. А Porsche, типа, это так себе. Блять, ну что ты меня расстраиваешь-то? Я даже не знаю, это Мерс. Я тебе рассказывал, какую машину я хотел купить. Ёб твой... В смысле? А, блять, Ford, есть же буква R. Я так сначала не понял, бля, потом как понял. Ну тебе пизда. В смысле Ламба? Нету в Питере салона, ты чё, кого на Е решил, алё? Есть салон в Питере. Где? На Пулковском шоссе, открылся чего? 2 года назад. Есть салон в Питере. А я типа знал, да? Ну а куда я мог? В Питере. Подожди, мы до этого давали, ребят, даже вы, наверное, помните, что я давал подсказки, мы это обсуждали, точно. Я говорил только, что в Москве есть салон про Ламбу всегда. Нихуя у тебя, бля, пиздатый фокус, кстати. Да, Ford Focus RS3, мне нравится. Ну так это же не мои проблемы, что ты не знаешь, но я помню, что мы это проговаривали с тобой. Так, какой счет-то, подожди? Не знаю. 3-2 вроде? Да. Гонка решит, типа? Бля, ты, кстати, не сосешь. Бля, тихо. Сука, меня... Я понял. Я видел. Я понял. Тихо, подожди. Пока. Подожди ты, блядь, а тормозов что-то нет. А эта корова нихуя не рулится, кстати. Блядь. Да не, я не въебу тебе, надеюсь. Ну, у меня вообще не поворачивает. Не, я почему-то помню, что мы с тобой обсуждали, что есть этот. Ну, как бы, я не знаю, я просто думал, что ты уверен, что... Мы даже... Подожди, ты чё, блядь, пиздишь? Мы с тобой я когда-то... Я тебе всегда говорил про салоны Ламба, что в Москве хорошо, есть салон. Стоп. Мы с тобой в реале обсуждали, когда, типа, там, ну, Уракан, то, что я планирую купить. Я тебе говорил, что в Питере, типа, в салоне стоит там несколько, но они, типа, такие себе. Я помню. Нет, ты мне в Питере прям не говорил. Я бы тоже называл бы тогда Питер. Я тебе серьезно говорю, что я не шарю, что в Питере есть салон. Ну, хуй знает, не знаю. Я только знаю, что типа Rolls-Royce один салон в Питере. Rolls-Royce один, Bentley один, Ferrari нет, Lamborghini открылся 2 года назад. Lamborghini я всегда говорю то, что он в Москве. Ну, потому, что маленькая в Москве. Коробочка, такая же, как в Москве, стоит на Пулковке у автодома, около между Мерседесом и Поршем. Прям в одном месте, на Пулковке, на выезде из города почти. Так я там проезжал не так давно, я не видел. Ну, проедь, там и Урус увидишь, и Авентадор, и Уракан стоят. Я понял. Гоняй сегодня. Не пойдет. Не, просто если бы. Ладно, в этом году открылся, я бы еще мог бы как бы понять, что ты этого не знаешь. 2 года уже точно. 16-го, по-моему, года открылись они. Потому что я помню, X брал. Да, и как раз мне рассказывал менеджер, там один и тот же, считай, BMW, Mercedes. Что типа открывается, такой типа ебаный рот, типа, а че? Блин, жалко, что реально вообще в России не продают Ford Focus RS3, блин. Ну да, пиздатый так. Он на полном приводе. Блять! Ебаный в рот! А то второй фокус на переднем приводе, это такое себе. Я сейчас так оба... Я что-то настолько расслабился, начал дрифтить здесь, я сейчас мог реально запороть. Да, ты далеко от меня, да? Да, конечно, далеко. Тихо. Санёк, не ошибайся, блядь. Не, на самом деле, Мурсилага такая корова, но я на ней бы реально похотел бы кататься. На ручке особенно. Она злая, конечно. Так опасно. Купи. А, нахуй она нужна будет. Когда есть Уракан. Это, конечно, легенда, но Уракан... Уракан для будла. Бля, вот пиздец, ребят, вот что-то языком, блядь, не следит, мне кажется, надо хорошо, блядь, это. Вот когда дашь за руль сесть дурака, надо, да, что это для мужиков тачка. 4-2, да? Да. И у меня секунда, полторы секунды был разрыв с тобой. Ну, вообще-то, как бы, получается 4, но если 37... Но неплохо Ford Focus я показал. Ну, неплохо, но я на косяк... Не, нормально он у тебя ехал, шансы были, между прочим, может быть. Ну, если бы меня не закрутило в самом начале. Итак, друзья, значит, по общим итогам у нас общий счет 3-2. Завтра, ну, мне нужно будет тащить. Как ты просил. Кстати, знаешь, что будет самое интересное? А. Что мне завтра тоже надо тащить, сравнивать, а вот тогда у нас будут разборки уже в воскресенье. Ага. Когда у нас будет битва прям. Все, ребят, спасибо огромное всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на наши каналы, комментируйте. И увидимся уже завтра. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.